Вот у нас продолжается наш ужин в репцентре в городе Цосени. Мы решили в честь приезда пастыря Наташи устроить ужин на улице и сделали уху. Вот у нас здесь представители разных стран, можно сказать. Ребята с Германии, с Голландии есть, проходят реабилитации. И вот наши сестры в палаточке. Да, вот так мы проводим наш досуг. До новых встреч. Мы смотрели это.